Для этого мы отвечаем, что Шереметьев — это такой крестьянин, который умеет эксплуатировать чужого труда
не живет всю жизнь в дом, не пользуется никакой ниви, никоим образом плодами чужого труда, а работает там, живет собственным трудом. Таких христиан было меньше, чем теперь в капитализме, потому что большинство принадлежало совсем нуждающимся, и только ничтожное меньшинство, как тогда, так и теперь, принадлежало кулакам, эксплуататорам, богатым христианам. Средних христиан становится больше после того, как отменена частная собственность на землю. И вот, со средним христианином советская власть твердо решила во что бы то ни стало установить отношения полного мира и согласия. Понятно, что средние христиане не могут сразу встать на сторону христианина, потому что он твердо стоит на том, что мы... Thank you.
Thank you.
To supplement the growing power of our armed forces. In their present form, these bombs are now in production, and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. But the greatest marvel is not the size of it.